коллеги, друзья, продолжаем «Времена года» Чайковского. Смотреть, разбирать, щупать, проверять пальцами все, как устроена фактура. Сначала без педали. Если успеем в один ролик педали, посмотрим, педали, если нет, это будет отдельная история. Значит, что у нас здесь есть? Как работают руки? Все написано автором. Есть вот это... Да. А есть вот это. То есть все руками держится. И здесь тоже обязательно оркестровое звучание. Причем это напряженная вторая доля. Даже дальше вот такие мощные валторные. Не аккомпанемент, а инструментовка. Четыре валторные. Вообще здесь полифония вся. Да. Причем я плотно, ну, вот так вот играю, плотно. Опять. Там-па-па-пам. Очень мощный, хорошо, хорошо выдержанный. Поэтому я думаю, что здесь стаккато не нужно. Вот первую эту секунду черточка скорее. И здесь тоже черточка в начале. То есть лям-па-па-пи. Я держу, оркестровье звучит. Да. Вот, и дальше не просто пиано, а контраст. Полный пианиссимо. Теперь смотрим, как эта фактура играется. Значит, на самом деле, как в большинстве таких случаев, начиная с Моцарта, это лучше играть не коротко, а наоборот прижимая, как синкопа. Пам-па-пам, пам-па-пам, да, вот такое. Пам-па-пам. Да, ты-ды. Так, иды, иды-ды-ды. Пам-па-пам, пам. Да, прижимая. А не так, ни в коем случае. Да, а потом вот хорошая стоит вилочка здесь дополнительная. Пам-па-пам, да, для того, чтобы была оркестровая полифония, а не просто па-па. Вот чтобы этого не было. Па-па-па, па-па-пам, па-па-па, слишком, слишком примитивно. Пам-па-пам, там-та-ди, за-дай-ди-ди. Какая волна звука, ли-ра-ри-рам, правильно поставлена. Кем-то кто-то тут редактировал, это интересно. Кто-то редактировал карандашом в классе, правильно. Опять, сюда. Я все играю, что написано, второй палец прижат. Написано, у автора написано ручная педаль. Все, что написано, играется как ручная педаль. Играем, смотрите, вот то, что мы видим без педали, то мы играем пальцами в основном. И тогда это будет... Причем здесь... Сюда. То есть здесь у нас... Сюда вилка, тарарирам поем, ларарирам. Сюда, да, отдельно, да. И еще раз, да, ларарирам. Ларарирам. Сюда, сюда вилка. И, наконец... Подтверждение. Тайрам, тайрам. Тоже как бы связано. Тирам, парам. Ти. Все, что вас, все, что написано, держится. Инструментовка. Написал автор штиль. Это полифония. Написал. И так, как написано, так играем. Начинается пассаж. Обязательно волторновые и... трубное звучание, полифоническое. И это не пассаж, а полифония. Ответ! Ответ! Не просто пассаж с настами, а имитация. Флейта имитируется, скажем, скрипками, потом кларнет. Вон, кстати, кто-то тут инструментовал. Да, вот без скрипки я предпочитаю здесь, там, скажем, кларнет, неважно, может, скрипки, виолончели. Главное, что это имитации, имитации, а не пассаж просто с шестнадцатыми. Ответ! Смотрите. Ответ! 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 И дальше...
очень важный момент. Во-первых, артикуляционная лига. То есть не такая, а такая. И потом вот эта секунда, это синкопа, которую нужно слышать вот здесь. Поэтому вот этот бас, этот на сильной доле, не долбить, а слышать наоборот вторую волну в секунде. И из нее выскакивает это. В отличие от обычного исполнения. Все играют, отпускают, потом играют. А здесь надо все по-другому. Наоборот, вот это, секунда. Даже вот здесь я оставлю вот такую лигу между секундой, вот так вот, вот такая вообще лига. А здесь не шуметь о сильном доле в басу. Подныриваем под секунду. Сразу получается оркестровое звучание. Смотрите. Вот так. То есть сильная доля на второй волне в правой руке. Вот она. Смотрите, какая мощная вторая волна. Еще раз. Во! Просто увеличение звучности. Как это происходит, никому неизвестно. Вот такое увеличение звучности. Вот такая, вот такой штрих. Не прыгающая стаккато, а на клавиатуре. Ари. Вот эти акценты обозначают пропевание, на самом деле. То есть прилипание. Дальше можно дать. Потом можно ля-ра-рира. Вот это ля-ра-рира. Ля-ра-рира. Можем тише начать. Потом. А что здесь? Тарарам, тарарам, тарарам. Полифония. Не просто тарарира, да. А ля-тарира. Тарарату, тарарату. Если это двумя руками сыграть. Тарара, 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 ты. Всегда ищем полифонию. И полифония здесь же оркестровая. Ти-да, ти-да. То есть ищем богатство фактуры. Да? Причем это раз. Обязательно вот здесь должен быть акцентик. Ля-па-па-па-пирам, я-па-па-па-парам. Тот самый случай, когда сильную долю нужно акцентировать, потому что она дробится. Иначе мы слышим ля-па-па-па-пара, а нужно я-па-па-па-па, ля-па-па-па-па, с акцентом я-па-па-па-па, ля-па-па-па-пи, ты-да, ты-да-ды-ды-ды-ды-ды-да. То же самое ля-ра-ри-рам, фактически легато. Ля-ра-ри-рам. И дальше типичный чайковский фаготик. Ля-па-па-па-па, ти-дам-пи-ди, типичный фаготик. И синкопы у струнах. Отвечает кларнет. А здесь. Опять фагот. Синкопы. Здесь. Типим, да. Раз. Вот такой аккорд. То есть аккорд не просто акцентированный, а взятый как оркестровый, как кастути. Там ляп. То есть я дотягиваю, то есть с черточкой аккорд. Раз. А здесь шуметь не нужно. Как раз. Взрываемся здесь тише. Опять взрываемся здесь, а здесь нет. И потом отсюда начинается новая линия. Ля-рам, потом тарарирам. Очень важно, что это не повтор функциональный так-то. А вот ты-ти-ри. Отсюда пианиссимо. Пианиссимо. Да, слетай сюда, ти-р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 и. Я это играю артикуляционно почти стаккато, но легато. Чем яснее, тем лучше. То есть таким да-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 да
Да, причем правая рука идет в левую. Вот так надо учить. I love you too, I love you too. Сюда. Сюда. Да. И четвертый палец. Сюда прям приходит, сюда. Видите, да. Вот так выучиваем. И вот сюда. Трудно, надо научиться. Без опоздания. Сюда. Вот. Да, поэтому... Сюда. I love you too. I love you too. Вот. И пришли сюда. Да, здесь у нас все уже было. Все было. Теперь смотрим серединку. Серединку смотрим. Опа. Серединка полифоническая. Инструмент... Да. Вот это... А внутри... Все, смотрим. Без педали. Тилляри. Тилляри. Я играю артикуляционную лигу. Вот такую. Вот стоит фразировочная. Я добавляю еще артикуляционную. Это очень удобно, кстати. Это раз и два, раз, раз, два. Это ра, не и раз, как многие играют, а раз, два, раз. Раз, два, раз здесь. Да. Дальше смотрим. Смотрите, какие замечательные синкопы. Это ари-ри-ри. То есть ти, раз, два. Определяется ти, раз, разрешили два. Три, раз, два. Поэтому вот этот мотивчик вот здесь приходится на раз. Ля, ля, ра, раз и два. Крайне важно. И чтобы вылезла вторая волна звуков в синкопе. Ля, ри, ри, да, ра. В отличие от того, что мы слышим. Ля, ри, ра, ра, ри. Как у нас раз и два и три. Чего подобного. У нас два и раз и два. Раз. Да, ли. Вот три, раз, два, три, раз и два, раз, три, раз. То же самое. Синкопа берется здесь, а слышится здесь на раз. Соответственно, ля, ра, ри, ра. То есть мы гладим, вот гладим это. За счет чего? Не за счет акцента, а ри, ра. За счет времени небольшого, да? Опаздывать нельзя, чуть протянуть ре. Ля, ри, ри, ри. И уйти, несмотря на соло виолончелей, но вылезает все равно секунда. На раз. Смотрите, вот она. Вот такая вторая волна. Нам показывает сильную долю. Играю без педали. Вообще не... У меня ноги под стулом. Раз. И... Да. Раз. И два. И три. Раз. И два. Вот теперь слышно. Очень хочется играть. Ля ри ра ри ра рам. А на самом деле и раз, и два. Тоньше. Да ри ри. Я придерживаю ручной педалью. И, наконец, придерживаю. Повтор. То же самое. Идем дальше. Да, ра, да. Держим. Ля-ли-ли. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Они вот так. Тай-ля-ли. Тай-ля-ли. Нет. Раз и два. Раз и два. В том-то дело. Вот сейчас прозвучало хорошо до. Ли-ли. Раз, два. И раз, два. Да. Ра, раз и два. Ра, раз, ра. Вот. Дальше. Раз и два. Раз и два. Раз. И раз. То же самое. Синкопы ведут. Синкопы на раз слышим. Разрешение. Синкопы на раз слышим. Да. Здесь. Вот. Вот это раз. Да. Раз. Разрешение. Это раз. Что в левой руке? Ти-ля-па-пи. Ти-ля-пи-пи. Ти-ли-ти. Сейчас аппликатуру. Ли-ли-ти-ли. А первый, второй первый. Второй. Первый отскок клинышком пиццикатный. Пиццикатный отскок в левой руке. Тоже второй, первый. Поэтому второй, первый отскок, первый. Да.
Дальше продолжаем. Повтор. Второй, первый отскок. Вот, так, вот такой пиццикада. Острейшая. Оси держится. И держится. Вот та, такая левая, да? А правая с великолепной артикуляционной лигой. Не сюда, а отскочили. Попали без акцента. Да. Дальше. Дальше. В правой руке двуголосие, так же, как и в левой. Здесь у нас четыре голоса, друзья мои. Четыре голоса. То есть, один голос этот. Да? А другой тарарам, тарирам, тарарам, тарирам, тарарам, татарам, папарам, папарам. То есть, это самостоятельный голос, это самостоятельный прижатый, пропетый, второй флейтой, первая флейта или пиколочка. Играет тарирам, парарам после паузы, тарирам. И это все должно быть в руках, в пальцах. Два голоса в правой руке и два голоса пицциката в левой. Папи, сюда, сюда. Все дифференцировано, да? Значит, в кларнетике то же самое. И здесь тирам, пам, пипа. Пам-па-рам-пам-па. Кварта. Пам-пи-рам-пам-пи-рам. Пам-па-рам-пам-пи-рам. Вот, кстати, вот этот мотив. Видите? Я выделил здесь, как всегда, композитор потом нам подсказывает, что мы, исходя из принципов, я просто... Вот нам композитор показывает тот же самый мотив. Да? Часто мы с этим сталкиваемся. Тадирам, папарам, тадирам. Вот все, тарарам, парирам, тарарам, парирам. I love you, I love you, I love you, да? Тим-пам-па. I love you, тутам. Тадирам, 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 тадирам. Сюдары. То есть опять вспоминаем. I love you, ту, I love you, ту, учим. Тадирам. I love you, тарирам. И сюда пришли. Все, реприза такая же. И вот, а вот здесь вот, значит... этот пассажик придет к коде. Код очень интересный, возможно, всякие интересные испанские варианты. Смотрим. Полифония. Ответ! 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 И здесь я предлагаю более мощное решение, более такое как бы мощное, то есть не делать диминуэн, да, а играть sempre fortissimo еще пока. Да? Такой более карнавальный вариант. Пока не уходим. Sempre fortissimo. Вилочку можем... Вилочка – это исполнительская рекомендация. Мы ее можем так сказать, заменить на sempre. Типичные четыре валторные. А потом пианист. Да? Не просто, а контраст абсолютный. Пианиссимо. Да? Сначала валторные. Смотрите. Вот здесь вторая волна. Очевидно, смотрите, вот я взял, вот здесь вторая волна звука, вот она. О. И поэтому контрабас с виолончелями не валторным не мешают. Четыре валторные. Раз здесь. Потом... Да, это все правильно. Уход, уход, уход. И, наконец, мощнейшее, да, после паузы. Сейчас. Так, да, генеральная пауза. Весь оркестр замолк. Достаточно долго. И потом... И! Вот такая масленица.